Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Автонаутс. Мы с вами остановились на том, что назначили одному из дронов делать, собственно, инструменты. Он уже, по-моему, вот, последнюю лопату сейчас делает и начнет делать топоры. Я не понимаю, чего вы кипишнулись по поводу этого робота, потому что он по плану должен сделать сначала 10 того, 10 другого. Это первый план. После того, как он их сделает, он будет по возможности убирать из, собственно, складов другие вещи. Как я понимаю. Хотя нет, он встал. Дорогой, что у тебя не так? Так, расширьте, пожалуйста, поле. Окей. Есть еще один возможный... Он не смог найти топор? Что? Ты же его только что сам сделал. А, или его забрал... Есть, кстати, такой шанс, что его забрал... только что лесоруб. Я не обратил внимания, но такое возможно. Так, он закинул раз, закинул два. Так, найти ближайший топор, забрать топор. Да, видимо, прибежал этот и стырил у него топор из-под носа. Но эта фишка уже в том, что нам нужно исправить настройку наших лесорубов, собственно, и остальных ребят. Так, ты, дорогой, стой, 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 стой. Остановись, хватит, прекрати. Так, забираем вот эти задачи. Выставляем тогда, что ему нужно что? Ему нужно прийти и брать топор из непосредственно ящика. То есть вот это мы отменяем, это выставляем сюда. Modern X Storage, правильно, правильно. Начинаем. Так, он же взял его, правильно? Да, пошел рубить. Теперь ищем того, кто лопатит у нас. Где этот парень, где этот парень? Вот это, по-моему, он, да? Товарищ. Так, Вайднирс, да, это он. Остановить, перезаписать. Так, это мы убираем, это теперь ни к чему. Забирай тогда лопату. И вот это, собственно, оп, мимо. И вот это будешь повторять, пока у тебя не освободятся руки. Компренте. Взял лопату, ушел, умничка, все, замечательно. Мы тоже лопату выкинем, она нам ни к чему. Так, топоры 6 из 10, здесь 8 из 10. Ну, в общем, тот парень пока что будет справляться. Что нам не хватало? В целом, касательно древесины и ее возобновления цикла, мы вроде бы сделали все. Мне так кажется. Теперь нам нужна хреново туча роботов. Спросите вы, для чего? Конечно же, для металла. Конечно же, для металла, никак иначе. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Тут уже склады почти забиты. Лол, они уже забиты. Они не почти забиты, они уже забиты. У нас здесь деревяхи теперь просто так будут валяться. Окей. Так, дрончик мелкий, иди сюда. Дорогой, сейчас мы будем определять с тобой зону. Так, первое, что нам нужно сделать. Нам нужна обработка металла и хранение металла. Логично? Логично. Давайте поставим, допустим... Допустим, блин, здесь трава мешает, конечно. Поставим вот таким образом ковер и вот таким образом. Так, сместись, пожалуйста. Вот сюда отойди. Так, и вот таким вот тоже образом коврик. Замечательно. Забираем доски. Правда, мы сейчас только по одной будем таскать. Но это не самый худший исход. Нам же здесь именно бревна, да? Именно бревна нужны. Именно бревна. Так, забираю еще одну. Не стесняйся. Ты еще ничего не взял. Ой, у нас здесь прям под базой валяются. Забирай их, тогда будет удобней. Немножечко совсем удобно. Раз, два. Так, эти ребятки все сделали? Боже, я думал, этот застрял. Думал, все, кирдык, допрыгались. Нет, все окей. Все-все под контролем. Так, это дело есть. Поехали, переработка. Нет, сначала все-таки на хранение металла сделаем, да? Нам нужно, чтобы ребята добывали металл. И этому я еще добавлю тогда зада... А, не сможет ее сделать. Он не сможет ее сделать. Окей, хорошо. Ставим тогда вот здесь. Раз, два, три. Здесь я тогда поставлю верстак производства еще кирок и поставим туда еще одного робота. Тогда будет вообще прям идеально, мне кажется. Так, ставим этот сюда. Переработку металла сюда. Что еще нам здесь? А, нам здесь нужны печуни, причем желательно две. Они на полу ставятся, да? Вообще шикарненько. Ставим тогда печуню одну здесь, одну здесь. Боже, кошка, что ты там делаешь? О боже.
Так, прошу прощения, у меня там кошка сама себя испугалась. Это нормально. Так, хорошо. Что мы еще поставили? Металлический верстак, обычный верстак, три этих... А, печуни. Печуни не доделали. Здесь нам нужно, по-моему, две печуни минимум. Если я не ошибаюсь. Здесь по переработке у нас вроде бы все. Вроде бы как все. Так, этот есть, этот есть. Хорошо, давайте строить тогда, что у нас сейчас есть. Нам нужен... Нам нужна глина. И нам нужна куча-куча древесины. Огромнейшая-огромнейшая куча. Наверное, я сейчас поставлю роботов... Сначала сделаю ящики, поставлю роботов на добычу ресурсов. А потом уже остальных роботов я тогда возьму и влеплю на... Нет, неправильно. Нам нужно сначала сделать все-таки крафт... как они называются, боженьки? Крафт кирок. Тогда у нас все пойдет. И нам, походу, придется ставить переработчики, чтобы избавляться от излишков ресурсов, так сказать. Иначе мы просто в них утонем. Серьезно. Так, тащи сюда. Так, 4 пол, 2 стоуна. Стоуны, я, кстати, не уверен, что у нас там вообще есть. 2, 3, 4. Это первое, что мы должны сделать. 1, 2, 3, 4. Камни есть? Есть. На удивление, даже кирку не придется самому делать, чтобы с ней возиться. Двас. Молодец. 1, 2. Так, готово. Теперь ты, робот. Твоей задачей будет как раз производство кирочек. Так, тут как дела? 9 из 9, он стоит. Ну, в принципе, все правильно, да? Да. Так, мне нужно, чтобы ты. Сейчас мы поставим здесь проект. Проект кирочка. Так, идем к тебе. Ставим тебя сюда. Здравствуйте. Записываем. Поехали, ты берешь... Стоп, там то же самое надо видеть, да? Да. То же самое, значит, ты берешь палку. Берешь вот эту штуку. А он сможет, кстати, так сделать или нет? Взять два разных ресурса. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет, не будем тогда этим заморачиваться. Так, тащишься... Тить, твою мать. Вот сюда закинуть. Это Basic Workbench. Так, все правильно, возвращаемся сюда, берешь еще один. Боже, сколько уже шестеренок, пора клепать дронов. Так, этот затаскиваешь сюда. Так, стоп. Где у нас лишнее? Вот лишнее, вот лишнее. Здесь у нас должен быть тайминг. Ч-ч-ч. Назад. Здесь у нас должен быть тайминг. Get Basic Workbench. Ставим 2 секунды. Пдзю. И дальше ты забираешь. Я дебил. Сейчас хорошо, чтобы не потерять. Стоп, остановись. Остановись, говорю, мать твою. Джонни, стой. Мне нужно было сначала склад доделать, я поторопился немножко. 1, 2, 3, 4, сейчас я склад сделаю. Все, склад готов, теперь продолжаем его программировать. Так, отойди, парень, отойди, я его забрать должен. От пути. Там, кстати, уже склад забит. Вот в чем у нас проблема. Вот в чем у нас реальная проблема. Парень перестарался, скажем так. Хорошо, это надо будет тоже потом отрегулировать. Так, ты становись сюда. Смотри, ты, значит, подождал. Теперь ты должен забрать кирку и положить ее вот сюда. Компренте? Компренте. Смотрим. Повторяет это все. Собирает, приносит, забирает. Повторяет до момента, пока что вот этот ящичек не будет забит. Все? Все просто и понятно? Сейчас проверим. Иди работай. Так, вот, вот этот парень не может складировать палки, потому что склад забит. Надо придумать, как решить, кстати, эту проблему. Да и проблему с древесиной нам нужно как-то решить. Мне кажется, нам придется все-таки переработчик ставить и лишние ресурсы и избавляться от них. По-другому никак, при том, что планки у нас еще не забиты. А этот забит. Я знаю, как мы сделаем. Сейчас, стоп. Роботик, тут такое дело, отдай мне обратно все, что ты у меня стырил. Так, и теперь мы тебя немножко... Стоп, остановись, твою мать, мы тебя перепрограммим. Ты у нас будешь заниматься исключительно... исключительно просто переработкой древесины в планке. То есть не более чем. Вот, здесь ты этот забираешь. Finder Slug, Pickup Plank. Вот, вот это мы забираем. Вот это лишнее-лишнее. Ротор не надо. Файнерс планк тоже не нужен. Это не надо, это не надо. Файнерс планк 4. Move to the plank storage. Вот это забираем. Так, move to the plank storage. И 4 раза раскинуть. Вот этим займись. Вот так это должно сработать, по сути. Если я не ошибаюсь. Он просто будет переносить сейчас все доски.
И будет все чики-брики. А на эту задачу я поставлю отдельного дрона. Все, короче, сейчас мы все решим. Сейчас все на изи. Так, что там еще не хватает? 4 пол, 4 планки. Раз, два, три, 4. Здесь все нужно подлатать, чтобы все работало реально автоматически, без каких-либо наших, собственно, указаний. Раз, два, три, 4. А, так, дрончик, ты там где? Иди сюда. Мне нужно, чтобы ты делал чисто... Так, а тут вопрос. Он будет же планки отсюда брать. Так, этого надо перенастроить чуть-чуть. Стоп. Так, вот это все нужно репитить. Стоп, затормози. До момента, пока вот этот ящичек не забьется. Хотя, в принципе, он сам там встанет, если он забьется. Правильно? Логично же? Логично, все, ничего не меняем тогда. Стоп, 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 стоп. Поторопился, товарищ. Блин, у меня уже самого весь склад забит, да ёпарь. Так, раз, два. Иди сюда. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так, товарищ, отдавай. Отдавай теперь. Стартуй по новой. Все, с ним разобрались. Раз, два, три, четыре. Так, здесь вообще нового робота надо делать. Хорошо. Ты, дружок. Ты, дружок. Ты у нас просто-напросто. Запускаем. Берешь вот эту хрень. Так, take from the plank storage. Так, закидываешь вот сюда. Так, там будет одна секундочка подождать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Так, сейчас где у нас? Так, вот. Вот здесь должен быть тайминг. Ставим на всяк пожарный 2 секунды. Ой, не 20. Сорямба. Так, find nearest pool. Здесь копию убираем. Вот, пикап пол сюда мы вставляем репит. Тише, тише, тише. Вот таким вот образом выставляем, пока что не сделает 4 раза. Так оно как-то 100% не работает, когда мы ставим по разам. Так, твою мать. А Ctrl-Z нельзя сделать, да? Сейчас я сделаю вот так тогда. Так, сейчас я вот это заберу. Так, поехали по новой. Дружище, запись. Берешь раз, закидываешь сюда. Забираешь палку, кладешь сюда. Проверяем. Так, первое. Нет, общий репит мне ни к чему. Общий репит ни к чему. Я что-то туплю так жестко, мне так кажется, слушайте. Так, закинули в бенч. Ждем 2 секунды. Дальше. Репит ставим сюда. Выбираем 1, 2, 3, 4. Выставляем сюда. Пока что не будет сделано 4 раза. 4 раза выставляем. Дальше репит вытягиваем сюда. Берем 1, 2. Ставим сюда. Пока что storage. А, нет, нет смысла. Просто повторять 4 раза. Повторить 4 раза. Тем самым это все ставим на репит. Находит... забирает одну доску, закидывает ее на переработку, 4 раза поднимает ресурс и перекладывает в ящик. Все правильно? Все правильно. Поехал. Я пока соберу здесь лишнее. Раз, два, три. Так, здесь склад забит, теперь этот парень будет трудиться. Раз, два, три, четыре. Молодец, все, умничка. Я пошел работать теперь с ребятками, которые будут... Так, а ты все уже кирки сделал. Вообще молодец, слушайте. Мне не хватает только возможности крафтить сразу нескольких дронов. Серьезно, это было бы куда удобней. Раз, два, три, четыре, закинули. Раз, два, три, четыре, закинули. Раз, два, три, четыре. Так, ты, товарищ, пошли со мной. Иди сюда. Так, сейчас это, кстати, разряжается. Сейчас интересно, что произойдет. Хорошо. Так, ставим тебя вот сюда желательно вообще. Давай смотреть. Мы тебя направляем чисто на добычу. Поэтому запоминай. Забрал кирку, пошел долбить. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Пошел долбить. Долбишь все, что найдешь. Собирать тебе не нужно, собирать будет сейчас отдельный робот. Так, все. Долбеж есть. Замечательно. Теперь репит вставляем сюда. Find nearest deposit. Раз, два, три, четыре. Вот сюда пока что руки не будут пусты. Забрать в ящике. Поехал. Долби просто безостановочно. Так, я пока закину это в ящик. Нет, ни к чему. Так, сейчас ищем тогда еще одного дрона, который будет собирать, собственно, ресурсы. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня, кстати, одна есть в инвентаре. Давайте вот так. Заодно инвентарчик освободим. Раз, два, три, четыре. Че я не додал?
Одной пол не забрал? Как так вышло? Так, закидывай. Есть. Товарищ, ты у нас сборщик. А, подожди, ты просто здесь постоишь. Нам нужно, в общем, чтобы у нас здесь один к одному, по-моему, падает по чистоте и железо, и камень. Поэтому мы назначим ему сейчас очень хитрожопую систему. Так, у нас этот есть, нам нужно 4 планка. Нам вообще 8 надо. Вот так сделаю, схитрожопил. Побежали, 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 побежали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я что там застрял? Прекращай, ты что? Так, забирай человечка. Человечек, пока поваляйся здесь. Так, проверяем. Ты у нас, получается, сейчас бездействуешь, да? Запоминай. Ты берешь вот эту каку, ты берешь вот эту каку. Дальше ты это все складируешь. Вот сейчас главное не нафейлить. Да, вот здесь будет немножко неприятно. Нет, сейчас мы очередность изменим. Так, выкинь это все. Так, ты поднял камень. Вот он. Ты поднял, ты его закинул сюда. Ты поднял этот, ты его закинул сюда. Только теперь мы немножечко это видоизменим. Когда мы находим... Ай, ёпрессоте. Находим камень, мы должны собрать... 4 раза, по-моему, да? Нет, лучше, чтобы он не замедлялся в определенные моменты. Пусть 2 раза. Так, ты исчезни. Относит в сторочку, все как полагается. Только здесь тоже нужно выставить чуть хитрожопенько. Пока что руки не будут пусты. Дальше ставим еще один репит. Находить металл. Сделать 2 раза. Хотя здесь тоже могут быть ошибки, да? Давайте все-таки. Чтоб не было как с прошлым парнем, который вроде бы имеет задачу, пока руки не будут пусты, но он все равно ее не может выполнить по-человечески. Так, проверяем. Собирает, находит камень, забирает 2 камня, несет их 2 раза, выкидывает на склад, находит 2 металла, выкидывает 2 металла на склад. И это повторяет, пока, собственно, не посинеет. Погнал, погнал, погнал. Собрал, раз, два, раз, два. Здесь парень разрядился, его зарядить некому. А-та-та, а-та-та, а-та-та. Так, дайте шестереночку. Раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спасибо большое, парень. Работай дальше. Б-б-б-б-б-б-б-б. Иди сюда. Иди сюда, дорогой. Ты у нас будешь вот где-то здесь по центру находиться, именно для того, чтобы как можно больше дронов ты мог починить, так сказать. Так, это забираем. Идешь сюда, чинишь. На репит. Поехал. Все, проще простого. Так, здесь парень работает, этот работает. Склад начали, склад начали. Теперь нам нужно что? Теперь ситуация довольно усложняется. Охереть, сколько у нас дерева. Ну, сейчас оно почти все уйдет, так что не переживайте. Так, давайте сделаем сначала, наверное, печуни. Нам нужно добыть... сейчас я кирочку возьму. Нужно добыть немножечко глины для этого дела. Ну, как немножечко? До хрена, на самом деле. Ой, стоп, я забыл ее лопатой же добывать. Прошу прощения. Прошу прощения. Так, только беда в том, что у нас все в рукбенче заняты. Немножечко. Мы, кстати, можем на производство еще и... Нет, ну пока что нет смысла, нет. Так, здесь все забито, да? Лопаты есть? Давайте я здесь тогда перенастрою. А, стоп, я же лопаты делаю. Че я так туплю? Иди сюда. Раз. Два. Нам нужно в общей сумме 5 единиц, да? Если я не ошибаюсь. 5 единиц это только на одну печуню. Правильно? Да, 10 единиц надо. Довольно длительный процесс, но тем не менее. Я думаю, что просто у нас больше печек не будет. Мелких этих. Поэтому заморачиваться сверх не пригодится. Так, это у нас уже сколько? 5, 6, 7, 8, еще 2. Давай, раз, два, три. Раз, два, три. Молодец. Так, забирай. Ты сможешь... Сколько ты сможешь забрать? 4 только, да? Плохо. Придется 3 раза бегать. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Иди сюда. Это тут активно добывает. А чем занят сборщик? Погодите, у нас походу сборщик повис. Он не мог уже собрать просто по 100 ресурсов каждого. Поэтому я сейчас проверю. Так, дорогуша, что расскажешь? Это который кирки делает. Вот в чем фишка. Он когда не может найти камень, он не добывает даже железо. То есть камня нет, и он ничего делать не собирается.
Не хватает условия найти камень, если он есть, а если нет, то продолжить работу. К примеру, вот так было бы идеально, мне кажется. Так, сейчас еще перепроверим. Inventory empty, storage full. Hands empty. Нет, это капельку не то. Хорошо, как мы это можем исправить? Вот проблема. В этом и проблема, что нету функции, которая как if работала. Если нет, то пошел дальше, и все. Если нет, пошел дальше. Но в принципе он все равно. Металл же будет периодически пропадать, здесь ресурсы вечно не стоят. Поэтому как бы можно не заморачиваться. Ну вон, два камня сейчас появились, он их соберет, потом соберет железо. Но я не хочу просто ставить сюда двух дронов, но это же бред совершенный, абсолютно. Ладно, пусть работает пока так. Так, хорошо, у нас тут, у нас древесины овер дохренище просто, серьезно. Просто овер, овер. Так, давайте сделаем сейчас сразу двух дронов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вообще идеально было бы сделать дрона, который делает дронов. Вот такая мега хитрожопая система. Так, этого зарядили, все окей. Так, дрончик, иди сюда. Иди сюда, я сейчас вас вот сюда поставлю, чтобы я знал просто, где вы меня находитесь. У меня сейчас один будет перерабатывать древесину в уголь. Это у нас на каждое переходит два бревна. А второй будет делать чистый металл. То есть брать металлическую руду и брать уголь. Надо, кстати, еще ящики сделать. Ох, слушайте, здесь с производством прям не шуточки. Раз, два. Вот, это то, что нам 100% пригодится. Просто соточка. Так, раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три, четыре. Погнали. Поэтапно все, так сказать, будем делать. Так, есть. Раз, два, три, четыре. Что такое? Ну, все окей. Так, есть. Это один будет под уголь, другой будет под металл. Окей. Так, этот парень добывает, этот тоже добывает. Хорошо, металл у нас сколько вообще? 23. 23 камня. Окей, хорошо. Дрончик, тебя-то сразу запускаем в работу. Без обид, так сказать. Только тебе придется бегать в огромнейшую задницу, серьезно. Ты должен прийти сюда. А боже, он еще и по одной же доске берет. Так, тихо, замри. Запись. Поехали. Ты берешь бревно раз, тарабанишь его сюда. Ты берешь бревно два, тарабанишь сюда. Да, это будет очень долго. Производство угля у нас прям вот за пара будет. Так, приносишь сюда. Делаем тайминг 2 секунды. Тайминг 2 секунды, ты забираешь уголь и закидываешь его сюда. Но это сработает, да. Это однозначно сработает. Так, он берет лог, притаскивает, ожидает, после чего забирает уголь, уголь складирует. Складирует, складирует. Давайте тогда репит, и пока что, собственно, не будет забит. Until storage full. Идет речь об этом storage. Поехал. Все, пусть занимается. Делаем следующего. Следующий у нас будет уже делать непосредственно металл. Непосредственно, точнее, сами слитки, чтобы это было прям красотища. Мне кажется, что я сам себя перемудрил сейчас немножко. Совсем шушуть. Совсем шушуть. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, иди сюда. Так, у вас там перезарядчик есть. Этот есть, этот есть. Да, все окей. Стоп, где ты его выкинул? Это 21, да? Боже, у меня уже 21 дрон. Хо-хо-хо. Восстание, мать его, скоро будет. Так, товарищ. У тебя задача простая. Ты берешь один уголь. Складируешь его сюда. Берешь один металл, складируешь его сюда. Дальше ждешь 2 секунды. Тут, кстати, по-моему, дольше надо. Давайте на всякий пожарный 3 поставим. Забираешь металл, закидываешь сюда. Все предельно просто. Я надеюсь, что ты это тоже понял. Так, ставим тот же репит. Пока что не будет забит сторож, а именно вот этот. Так, metal storage full. Проверяем. Так, берет уголь. Закидывает. Берет металл ор, закидывает. Ждет 3 секунды. Забирает ближайший металл и тащит его на склад. Все правильно? Поехал. Так, с этим производством мы наладили. Дальше что? Сейчас я верстак вручную сделаю. Они сейчас, кстати, металл произведут. Нужно 2 доски, 4 палки и... Точнее, 2 бревна, 4 палки и, собственно, металл. Так, где у нас? Жаль, что не могу 2 палки брать. Вы посмотрите, какое здесь захламление.
просто жесть какая-то. Мне кажется, что мне придется все-таки переработчик ставить, чтобы просто избавляться от лишних ресурсов. Иначе жепа. Просто жепа. Так, поставили. Два металла есть уже? Спасибо большое. Раз, два. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь по факту новые инструменты и новые детали, которые нужны, собственно, в производстве. Давайте смотреть. Так, Milk Storage, Water Storage, Composite Bin. Add Can еще все хорошо. Sand Storage нам пока что не горит. Здесь мы все с вами сделали. Ну, кроме нового уровня, так сказать, пил. Так мы сделали все. Но, в принципе, этих достаточно. Нам не надо это усугублять. Так, Spinning Wheel, Clay Station, Crude Kiln. Ну, в целом, то, что сейчас есть, меня так-то устраивает. По сути, у нас дальше развитие будет направлено непосредственно на наших ребят, которые, собственно, вот эти вот якобы горожане бегают. И надо будет с помощью них, собственно, их приводить в порядок. То есть, как я понимаю, они заменяют дронов, но это как бы люди. Вот, и они тоже будут выполнять задачи, если их, собственно, там, привести в порядок. Так как они сейчас в полном недоумении, кто вообще на голове стоит, кто еще как-то. Ним там вроде бы сначала домики делаются, потом еда дается и так дальше. И они становятся нормальными людьми, скажем так. Становятся просто нормальными. Знаете, что я подумал? Нам нужно два человека, которые будут производить уголь. Вот, этот парень стоит, ждет, пока этот натаскает два бревна. Да, давайте так и поступим. Давайте так и поступим, потому что этот процесс можно слишком затянуть, что нам абсолютно ни к чему. Так, ты можешь взять лопату? Давай. Раз. Два. Вообще можно поставить, конечно, добытчика той же самой этой... Как она называется? Глины. Потому что она нам, я уверен, еще будет нужна. То есть, кроме печунь, еще будут там всякие поттери и тому подобные вещи. Стоп, лишнее, лишнее. Твою мать. Отпусти. Раз, два, три, четыре. Перетащи сюда. Жаль, что нельзя скопировать настройки робота. Вот это вот печально прям. Прям вот печаль-печаль. Пип-пип-пип-пип. Так, здесь ставим charcoal. Есть, вот здесь просто еще есть clay pot, flower pot. Я думаю, что когда мы возьмемся за еду, оно как раз будет задействоваться. Поэтому надо иметь совесть. И смотреть вперед, так сказать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Замечательно, вылупись, ты у нас будешь вообще с просто мега-супер роботом, серьезно. Тебе будет предстоять очень тяжелая задача. У тебя будет довольно тяжелый план, скажем так. Ты берешь, значит, лопату. Нашел ее, молодец, идешь копать. Но копаешь ты не постоянно, копаешь ты ровно 4 раза. После чего ты забираешь. А он не может забрать, когда он с лопатой в руках. Опять придется два дрона делать. Окей, так, ставим репит. Раз, два, три, четыре. Мы бы, конечно, могли замудрить. Серьезно, могли бы, но в этом нет нужды. Тут не таймс, тут until hands empty. Так, выставляем все, репитнуть. Находит этот, долбит, 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 долбит. Интересно, а если мы поставим задачу, она будет дура... Хотя нет, этот может долбить бесконечно, на самом деле. Это уже кто будет добывать, вот тому будем менять задачу. Так, давайте еще добывающего сделаем. Я думал просто сделать таким образом, чтобы они... как только забьется ящик, человек, который добывает, переставал бы добывать. То есть, чтобы не было захламления ресурсов на карте и так дальше. Вот как у нас сейчас с деревом, в общем, происходит, да? Вы все это видите. Наглядно, так сказать. Кстати, давайте попробуем. Давайте попробуем. Где у нас с топором? Вот. Замри, 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 замри. Так, если мы тебе заменим, пока что сторидж не будет full. И сторидж этот вот этот. Все, он будет стоять пока что, отлично, все, это супер. У нас-то не будет лишнего захламления постоянного. И все будет чики-брики. Все, хорошо, так, этот дрончик сделан. Давай, забирай его. Потащили сюда. Потому что там уже активная добыча пошла. Так, и сторож я забыл поставить. Сторож для уголька вот сюда. Давай, беги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Окей. Так, поехали. Твоя задача прийти сюда, забрать клей. Клей, ну, глину, да? И закинуть ее сюда. И сейчас мы немножечко поднастроим то, что ты должен делать. Так, раз, два, три, четыре. Это ты повторяешь 4 раза. Дальше. Репит сюда. Раз, два, три, четыре.
Ох, сейчас я вообще схитрожоплю, короче, смотрите. Повторяешь это 4 раза, но это все репитится только при условии, если твои руки... Точнее, если сторидж забит. Вот. А как? А ну-ка, на-ка, пошли трудные, понимаете? Трудные задачки, неспроста так. Хотя мы можем даже его вот так усугубить. Вообще шикарчик. Правило на правило, так сказать. Так, иди забирай, кстати, лопату у вас здесь заберу, чтобы вы с ней не возились. Так, забирай, теребонь, тащи сюда. Все, 10 из 10. Хорошо, здесь все есть, здесь забирают, по чуть-чуть перерабатывают. Так, а я второго на уголь ставил? Лол, я второго на уголь не поставил. Я переключился слишком резко на добычу, собственно. Как он называется? Глины этой проклятой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У нас просто даже лесоруб несчастный работать не может из-за того, что у нас овер до хрена древесин. Ну просто это некрасиво, нужно было изменить так правило, иначе реально здесь засрали все. Как сейчас. Естественно. Так, дрончик, забери его. Забери, тащи сюда. Так, товарищ, кукуся. Становись. Тут такое дело. У тебя задача простейшая, ту же самую, которую исполняет товарищ перед тобой. Ты забираешь бревно. Тащишь его сюда. Это я сейчас просто откопипасти... А нет, копипасти нет смысла. Так, забирай еще одно бревно. Самое смешное, что он бегает за мной, такой, да-да-да, да-да-да, запоминаю. Все окей. Так, забрал бревно и тащишь еще раз. Тащишь еще раз. Молодец. Ожидаешь. Две секундочки. Пумц. Забираешь уголек. Откидываешь его сюда. Все ясно, понятно? Ясно, понятно. Так, repeat until storage full. Так, проверяем. Раз-два притащил, раз-два подождал, забрал, понес. Все, работай. Все, двое ребят теперь добывают уголь. Немножечко проще. Это здесь уже глины натаскал. Тот разрядился, и нету робота, который бы его подзарядил. Блин, это плохо, слушайте. Это реально плохо, потому что у нас нам придется накладывать поля роботов, чтобы они друг друга умудрялись как-то хилить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Но я здесь все равно поставлю робота, мы когда будем заниматься растениями, нам все равно здесь нужно будет перезарядка тоже. В том числе, так сказать. Так что иди сюда. Так, выкидываем тебя здесь. Поехали, запоминай. Сделал вот это, repeat forever, yes. Все, с этим разобрались. Сколько у нас уже дронов? 25. Неплохо, неплохо. Хотя там сколько? 7 из них сейчас тупо филонит стоит, но это в силу, видимо, перенасыщения ресурсов. Так что все окей. Можно не переживать. Во-во-во, вы посмотрите, сколько здесь бревен. Хорошо, что мы остановили этого лесоруба. Это б ни к чему не привело. Это б не имело смысла просто. Так, хорошо, по металлу. По металлу у нас есть шестерня металлическая. Кстати, мы могли бы заменить наши пилы в будущем. Треугольник, серьезно? Так, Soblade, окей, окей, окей. Тяпочка, коса. Есть... Да вы что? Боже, столько вещей всяких интересных. Хорошо, мне проверить, что, допустим, даже здесь по крафту. Мы можем делать всякую дичь. Вот меня интересует рюкзак. Мне нужно вообще сделать workbench и нужные всякие вещицы отдельно от роботов, то есть которых работал бы лично я. То есть если мне что-то нужно скрафтить, чтобы я мог обратиться туда и, собственно, сделать. Но пока что, увы, пока что. А с камнем как, кстати? Камень 75, металла не алё. Металл не алё, потому что камень первоочередно собирается. Вот в чем фишечка. Ладно, это тоже можно будет изменить на самом деле. У меня руки чешутся капец как. Сейчас, вот ты, парень, подожди. Сейчас я подумаю все-таки, что можно с тобой сделать. Нам нужно, чтобы если камень отсутствовал... Тут нет просто функции. Сейчас, остановись. Так, attention у нас. Use head armor. Item shot. Да, у нас нет функции, которая дала бы нам возможность, так сказать, преодолеть проблему. То есть... Встретилась проблема, делай следующее действие. Там, допустим, если не делается действие на протяжении там 5 секунд, то делай следующее действие. То есть таким образом.
зацикливать полностью алгоритм. Вот тогда было бы хорошо. Тогда было бы, конечно, хорошо. Сейчас я еще подумаю. Так, репит 2 раза. Перетащить. Этот сделать. Да, мы не сможем это сделать. У нас не хватает функционала ради того, чтобы это изменить, скажем так. Просто не хватает. Так, если руки пусты, либо же забиты, не имеет значения. Инвентарь не имеет значения. Storage full, not full тоже не имеет значения. Для того, чтобы зациклить, это просто нет разницы. Конечно, самый лучший вариант поставить два разных дрона, по факту. Ну, да ладно. Так, забирай. Давай, собирай каменюку, вторую он сейчас собрать не сможет. Смог. Погоди, отдай один камень, чтобы у тебя не забагалось ничего. Все, хорошо, пусть работает. Камень я сам закину. Ну, в общем, ребятки, предстоит еще очень-очень много работы. Поэтому пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.